В Самарскую область на железнодорожный вокзал в Тольятти прибыл второй спецпоезд. В регион приехали 322 вынужденных переселенца, в том числе 74 ребенка. Их встретил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Постараемся позаботиться о вас вместе с земляками, чтобы почувствовали себя защищенными, комфортно. Надеюсь, оцените наше гостеприимство и доброжелательность. Региональный оперштаб заранее отработал все вопросы организации встречи и размещения людей во временных пунктах. Были сформированы списки приезжающих, что позволило подготовиться к приему с учетом возраста, состояния здоровья, особых потребностей людей. На ЖД вокзале помогали волонтеры. Мы не могли остаться в стороне, хотели помочь людям, хоть какое-то участие принять в их, ну скажем, сложной жизненной ситуации. Большая часть приехавших переселенцев будет размещена в оздоровительном лагере «Космос-2» в Красноярском районе. Порядка 120 человек в санатории «Алые паруса» в Ставропольском районе. В пунктах временного размещения организовано полноценное горячее питание, медицинское обслуживание и информационное сопровождение. Понятно, что люди обеспокоены тем, что вынуждены были покинуть свои дома. Постараемся сделать так, чтобы они почувствовали здесь себя комфортно, почувствовали себя здесь защищенными, подготовлены все условия, естественно, там питание. Сегодня люди разместятся, отдохнут. И уже я уверен, что со следующей недели будем подробно обсуждать, какие есть потребности. Многие люди хотят поехать в другие регионы к своим родным, близким людям. Мы такую возможность предоставим. После отдыха переселенцы начнут получать необходимую помощь от социальных и миграционных служб. Пройдут медицинское обследование, ПЦР-тестирование. Переселенцы смогут оформить и получить единовременную социальную выплату в 10 тысяч рублей. А также будут обеспечены сотовой связью для общения с близкими. Наша задача в том, чтобы их обогреть, накормить, помочь трудоустроить взрослых людей, которые хотят работать. Мы уже подготовили такие предложения. Дети, безусловно, пойдут в школы и в детские сады. Для помощи всем прибывающим из Донбасса в Самарскую область, в том числе самостоятельно, работает горячая линия Министерства социально-демографической и семейной политики региона. 8 800 100 56 61. Михаил Ермоленко, Анастасия Иванова. События.